В двух словах это, конечно, наверное, рассказать сложно, но я постараюсь хотя бы в двух минутах уложиться. Как и многие из присутствующих здесь людей, независимо от возраста, от религиозной конфессии, от зодиакальных знаков, я, будучи девчонкой, тоже много мечтала, выстраивала планы и представляла, какой будет моя жизнь. Мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог, храни тебя. Как люблю твой голос нежный. Привет, ребят. Давно не выходила в эфир. Сейчас идет реалити-шоу по мастеру разборов. И я каждый день в восторге от этого мероприятия. Я представляю, что там творится в зале. Там настолько мощная медитация, настолько мощно это все продумано. Я рыдаю каждый день. У меня нет времени даже позаниматься чем-то другим. Настолько все там мощно представлено, вот это все. Я там переживаю за эти команды, которые там. И сегодня делали разбор Азизи. Это 30-летней давности певица. Я думаю, те, кто постарше помнит, те, кто помоложе, возможно, нет. Это было связано с Игорем Тальковым. И вот та ситуация, которую разбирали, касалась именно того момента. Это вообще это настолько круто. Оказывается, это просто слепок ее семьи. Да, слепок ее семейных отношений между мамой и папой. И она, как младшая дочь, взяла на себя вот эту вот ответственность, да, вот этот груз и тянула его все время. Вы не представляете, насколько этот путь к маме был трогательным. Я обрыдалась, если честно. Присоединяйтесь, еще не поздно, можно все в записи посмотреть, это все мероприятия. Очень много безоплатных доступов. Следите за смс-ками, и есть ссылочка на присоединение к чату, где все выкладывается. Я сейчас присоединю на это видео.